Живописное наследие, которое продолжает жить спустя столетия. В Пензенском губернаторском доме открылись сразу две выставки, посвященные 150-летию творческого гения Николая Рериха. Красота картины «Устой настоящего и будущего» и «По древним городам Рериха» прикоснулся к прекрасному Артем Свечников. Петербург, Ярославль, Владимир, Суздаль, Ростов и многие другие города Золотого кольца России, которые Николай Константинович Рерих отразил в своем живописном альманахе. Это экспозиция «Красота старины. Устой настоящего и будущего». Летом 1903 года мастер отправился вместе со своей супругой Еленой Ивановной в большое путешествие. Он запечатлел на холсте более 40 городов Российской империи. Благодаря его работе мы можем увидеть наиболее колоритные и исторически значимые места. Цель вообще его экспедиции – это почувствовать, прочувствовать сердце России, показать это сердце людям, потому что вы знаете, что в конце 19-го, в начале 20 века люди только начинали осознавать это прошлое, свою историю. Гений великого мастера вдохновил члена Союза художников России Марию Гаврилову. Она отправилась в творческое путешествие вслед за Рерихом. Посетила и запечатлела те же места, где бывал Николай Константинович, чтобы сформировать свой авторский взгляд и сопоставить его с видением великого художника. Выставка Марии Гавриловой приурочена к 120-летию со дня большого путешествия Рериха. Мне кажется, своими глазами нужно показать, каждый художник свой взгляд демонстрирует, да, просто восхищаемся мы одним и тем же даже, но по-разному, и это, наверное, интересно. Да, я именно свои эмоции, чувства от места стараюсь выразить. Это то, что мне стало интересным. Я не слежу, как что-то дословно, что передавать, что-то. Нет, по-своему хочется. В стенах Пензенского губернаторского дома зрителям представили более 50 работ, как творения самого Николая Рериха, так и полотна нашей современницы Марии Гавриловой. Сама идея выставки – это те идеи, которые были заложены, принесены в первую очередь народом России, это охранение святынь народных, а ценности культуры – это идеи Николая Константиновича Рериха. Русское зодчество, иконопись, народное искусство – это живая история России. Познакомиться с творчеством Николая Рериха и вместе с мастером совершить путешествие по Золотому кольцу России может каждый желающий. Экспозиция в губернаторском доме будет работать в течение месяца. Артем Свечников, Олег Сысоев, Вести, Пенза.